девушки в штаб-квартире нифига не знают, что тут творится. Нас послали умирать, как предыдущих. Не успеешь сообразить, что происходит, а ты уже труп. Оно так быстро носится. Куда я не пойду? Пойду здесь. Тихо ты, все услышат. Отвяжись ты от меня. Тихо ты, все услышат. Маркус Таннер, координатор группы. Зачем мы сюда пришли? Зачем? Этот раскоп. Мы видели раньше такие конструкции на табличках, которые отправили доктору Макнейлу. До сих пор не нашли ни одного артефакта, который сохранился бы полностью. Как будто здесь есть какой-то защитный механизм, чтобы обороняться от этих богом забытых созданий. Почему открылись ворота? Здесь все в непрерывном движении, в полном беспорядке. Никто раньше такое не видел. По крайней мере, никто из тех, кто уцелел. Наш руководитель погиб. Его придавило. Как же это описать? Мне не хватает слов. Надо все бросать. Запечатывать это место и драпать отсюда к чертовой матери. Все повторяю. Неужели все это уже было? Сволочи, вы скрыли от нас правду. Если бы мы знали. Нет, нет. Представляет свою новейшую разработку. Основанный на разработках лаборатории Дельта в области удержания вещества полем и достижениях завода N-Pro в области производства энергии, прототип гравитационного плазменного левитатора позволяет перемещать опасные грузы, не вступая с ними в физический контакт. Выпуская контролируемый поток ионизированной плазмы, гравихват может поднимать легкие предметы и переносить их на короткие расстояния. Гравихват способен также захватывать массы заряженной энергии, что очень полезно в современных экспериментах по манипулированию источниками энергии. Дальнейшие исследования и эксперименты позволят увеличить массу переносимых предметов и генерировать притягивающий луч, с помощью которого можно будет создавать области пониженной гравитации при погрузочно-разгрузочных работах. За дополнительной информацией обращайтесь в отдел инструментальных разработок UAC.
солдат, вы меня слышите? Наконец-то сигнал восстановился. Слушайте внимательно. Мы сталкиваемся с этим не первый раз, но нам не хватает информации. Артефакт, который вы нашли, обладает гигантской силой и вполне может быть причиной этого вторжения. Любой ценой доставьте артефакт ко мне. Я попытаюсь связаться с остальными. Конец связи.